Всем привет! Так выглядит наш огород. Сегодня будем копать картошку. Почва очень твердая и тяжелая. Лопаты ломаются, просто невозможно копать, ничего-либо сделать. Я не знаю, какой техникой тут можно работать. Обычные грунтозацепы применять бессмысленно. Мы модернизировали грунтозацепы, добавили шипы. Это есть в нашем предыдущем видео. Я добавлю подсказку, посмотрите. Все было хорошо, но сейчас устранили некоторые недоработки нашей картофелекопалки. А именно, здесь увеличили расстояние. Сейчас оно составляет 47 сантиметров. Эта сторона больше, чем внутренняя. Внутренняя 41 сантиметр. Раньше это выглядело так. И внешняя сторона составляла 33 сантиметра. И была плохая проходимость земли с картошкой. Все это можно посмотреть в нашем прошлом видео по подсказке. Перевернули сцепку фаркопом вверх, стало удобнее регулировать, и вот это расстояние стало больше. Это также улучшило проходимость и облегчило работу мотоблока. Сейчас эта высота составляет 49 сантиметров. Это значительно улучшило работу картофелекопалки. Вот эту сцепку перевернули на 180 градусов. Таким образом, рабочий нож отдалили от грунтозацепа. И картошка перестала попадать на шипы. Сейчас видно, что земля с картошкой спокойно проходит, и мотоблоку стало легче работать, в отличие от прошлого раза. Недоработки устранены. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх.